Итак, вареники с сырой картошкой. Тесто у меня со вчера стоит. Пойдем натирать картошку. Я добавила сухой лук, немножко сухого чеснока, базилик, посолила и все. Сюда, в принципе, можно добавлять и сыр, что угодно. Вот, чисто сырая картошка натертая. Сейчас она пустит немножко сок, я его солью. И будет вкуснящий, очень вкусный, невероятной вкусноты, совершенно не похожий на вареники, которые мы делаем из пюре с добавлением лука. Выкатываю тесто большими кругляхами. Оно еще будет садиться. Оно как резиновенькое. И потом вареники должны быть большими. Вот, 5 штук и наелся. Так, осталось только слепить и бросить в кипяток. Ну, вот и все. Конечно, я вот это все не съем. Я потом уберу 2 или 3 отсюда вареничка. Но чтобы не портить красоту, я насыпала уже сметанки. Тут у меня осталась немножко картошка. Я ее сварила, тоже бросила сюда же. В общем, вкусно-вкусно. Мне бон аппетит. Сейчас покажу, как это все. Так. Просто картошиночка. Они очень быстро варятся. У меня очень тонкое тесто. А внутри картофель, он уже как бы очень-очень мелкий. Поэтому буквально 5 минут, 4 минуты, и вареники готовы. И того у меня ушло на лепку этих пельменей, ну, не более 30 минут. У меня уже тесто было готово. Я натерла картошку, налепила вареники, сварила их. Все это заняло 30 минут.